Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на моем канале. У нас сейчас кривитосики активизировались. Посмотрите. Бегают, копошатся что-то. Такие. Вот они. Вот такой кубичек. Это же эти кривитосики, которых я перевела из своего болотца. Смотрела, что они ж вроде ж красного цвета. Они не красные, они оранжевые здесь. О. Насыщенный оранжевый цвет. В болотце в моем, значит, они... были такой красноватые, красивый такой оттенок. Сейчас вот. Так, а ну сейчас я прервусь, свет включу. Да, свет включила, а то как-то темновато. Вон, видите, как они тут у меня. О, тут плавают и желтоватый оттенок такой есть, и насыщенный оранжевый. Но темный оранжевый, я его спутала сначала с красным. Ну, я не знаю, вот в болотце они у меня прям были такие красноватые. А у них вот насыщенный в аквариуме оранжевый цвет. Их тут столько сейчас, прям красота. Красота. И формозки здесь живут, две самочки у меня. Скоро-скоро будут детки, потому что пузики круглые. Значит, кого я отсюда убрала? Убрала я отсюда гупиков. Потому что, когда я заселила креветок, креветки все спрятались в корабль. Гупики начали их терроризировать. И при мне прям съели молодую креветку, прям проглотили ее. Я так поняла, что если здесь будут гупики, то креветок я не увижу. Все они будут сидеть перепуганные в корабле, замученные гупиками. С формозками они тут нормально уживаются, потому что формозы, в принципе, размером с креветку. Поэтому, ну вот она, видите, какая маленькая формозка плавает. Вот. Ну, как бы, поэтому бояться нечего. И малышня формозы, опять же, тоже не будет никем съедена. А так была большая вероятность, что гупики-то ее схрумают. А так как у меня мало формозок, и мне надо как-то побольше стайку, поэтому... гупиков я убрала. Гупики сейчас живут в полюдариуме в моем. Вот. Ну, видите, как креветочки разгоняются. Но я налила свежей водички, сейчас подлила. Может, из-за этого. А может, креветочный гон начался. Какая-то самка будет оплодотворяться. Ну, посмотрим. Но вот так мне нравится. Как они тут плавают, копошатся, никто их не обижает. Вот. Вот так вот. Так, здесь тоже еще навожу порядки, тут пока грязновато. Вот, а здесь живут мои щучки. Щучки и креветки. Там вот у меня в углу под фильтром, не вижу, уже спрятался. В общем, щучка у меня одна, вот эта сверху беременная, сейчас рожает. Но малышню, чтобы она выжила, надо вылавливать. Я, конечно, вылавливать ее сейчас не буду в зиму, но мне некуда, просто я, наоборот, хочу сделать меньше аквариумов, меньше этих банок. Ну, в общем, ну, их съедят, скорее всего. Ну, если кто-то в этих зарослях спрячется, я буду кормить замороженным циклопом, то, может, кто-то выживет. Но, если честно, очень сильно сомневаюсь я. Ну, посмотрим. В общем, сейчас самочка рожает. Ну, здесь вот, конечно, у меня прям жизнь кипит в аквариуме. У меня такой заросший, мхи, тут всякая травка. Травку можно эту, кстати, подстричь будет, чтобы она больше такая густенькая была. Ну, вот, вот здесь вот у меня, видите, возле улиток такая же травка вот растет, коротенькая, густая. Ну, можно и эту так подстричь. В общем, сейчас я чищу аквариум, и сейчас у меня тут немножко на барной стойке бардак. Ну, вот хотела заснять как раз, я не знаю, там в углу
Вообще такая копошня копошится, конечно. Так прикольно, мне нравится. Мне теперь нравится, что этот аквариум такой живой прям стал. У меня здесь раньше жили креветки кристалл, но они плохо здесь жили, плохо плодились, их практически не было видно. То есть аквариум вообще такое чувство оказалось, что он стоит пустой, никто тут не живет. Ну, сейчас вот, сейчас, конечно, классненько плавают. Тараканчики мои рыжие поплавают. Вот так вот. Все, всем спасибо за просмотр.